десятки километров никого нет. А что произошло? А кто это помнит? Люди ведь быстро забывают, что их пугает. А вот земля все помнит. Дед рассказывал, что эти места даже шаманы стороной обходят. Он рассказывал, как-то выходит ночью во двор, а там женщина стоит. Она подходит все ближе, ближе. Вы меня напугать хотите? Чи оберегает нас от злых духов. А где он?